Так, вперед в дом Комстока. Так, мост в дом Комстока. Комсток. Ой, стоп, а я что-то тут все не осмотрел. Ну ладно. Беги, Элизабет! Блин, ты меня бесишь. Реально. Блин, я не осмотрел там, может быть, что-то было полезно. Хотя вряд ли. Опять. Глюки у нас. Передашь девчонку, и долг будет прощен. Передашь девчонку, и долг будет прощен. What? Хорошо. И мы находимся в доме Комстока, наверное. Кстати, мы могли оказаться без этой повязки на руке. Я думаю. Блин, она сломала его, походу. Прости. Я не должна была уходить. Я не должна была. Нет. Забери меня. Зачем, блин? Забери меня домой. Пожалуйста. Да ё-моё. Я должен ее догнать. Быстрей! Хорошо, нам туда, да? Все, начинается мясо уже какое-то. А, стоп, подожди, нам... А, точно, забыл. Нам туда, наверное, да? Да-да-да. Вот эти штуки нам летать, обходить нужно. А ну вернись! Я не дам ее забрать, слышишь? Ты, пернатый кусок дерьма! Я все еще бегу. Вау. Зима настала. Снег? В июле? Слушай, да мы находимся на Элизабет, высоте... Ты меня слышишь? Хрен знает сколько километров. И не тут трогайте меня. Снег по-любому есть. Ладно, идем дальше. Просто приведите меня в мою башню. Пожалуйста, прошу. Это? Кто-то мечтает о деньгах. Что за черт? Мечтает о любви. Мой отец мечтал об океане огня. Да. Нам дали Эдем. Но мы превратили его в Содом. Разве мы заслуживаем спасения? Что это за место? Без комментариев. Что вы хотите сделать со мной? Но со мной он был строже. Он сказал пророчица: подготовь мне народ рыбаков. Что это такое? Как зам... замок граф Дракула где-то трудится, хотя нет, ну... Вау. Блин. Вот это я зря, походу. Блин, вау, 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 вау. Ничего не дают. Фигово, однако. Может, патрончиков-то нет у нас особо.
Вот черт! Надо как-то туда попасть. О! Так, слушай, я просто хочу увидеть девочку. Да что? Неважно, кто это был. Мне надо в кабинет директора. Где лезь? Или тут нельзя? Ну, я иду сюда. Что это за место? Просто верните сюда куда-нибудь. Слишком поздно, дитя. Твой отец дал тебе такой чудный дом, но ты все разрушила. Он мне не отец. А это что такое? Ни один грех не ускользнет от взора его. Ясно. Так, ну что, будем думать. Нам, в принципе, вот сюда... А, ну вот, приехал, я просто не видел. Я полагаю, что сифон — нечто вроде поводка. Так, стоп. Да. Я не хочу. Я лучше почитаю. Сифон — нечто вроде поводка. Да, мой отец надел его на меня, но когда вышел срок, я сама не стала его снимать. Что, если без поводка я окажусь столь же покорной, как и с ним? Это просто она дольше мой читать. Мой отец одел его на меня. С выражением, а я так быстренько. Но когда вышел срок, я сама не стала его снимать. Что, если без поводка я окажусь столь же покорной, как с ним? Так. Поднимаемся куда-то вверх. Ага, вот наш этаж, наверное. Совершенно верно. Наверное. Как и мой отец, я знаю все, что будет нужно. Блин, я понял. Они против меня его настраивают их. Ляха ты муха. Так тебе уже был ланчик. Голову давай ему. Как получится. А вот еще один. Блин, патрон нет, ребят. Не... Как-то его надо сразу, что ли, убивать? Я даже не знаю. Судя по всему, да. Ну ладно, хотя бы соли. Чем мы с солями с этими сделаем? Ничего, блин. Магаз бы какой-нибудь. А, нам сюда. Будем осматривать, что же. Раз такая ботва. Патрончиком полная фигня. Карабин. Можно его, кстати, взять. В нем патрончиков-то побольше будет. О! По-моему, для снайперской дали. Ну, здесь вообще как-то пустовато достаточно. Не знаю. Сейчас мы все здесь осмотрим. Так, давайте сразу почитаем. Наш разум с рождением объят порочными мыслями. Некоторые столь дикие, что никогда не найдут прощения. Разум можно вырвать с корнями. Моих детей не за что винить. Они безупречны и лишены выбора. Ибо в чем ценность воли, если дух порочен? Да, но как-то не особо тут что-то полезное, какая-то информация я... взял из этого текста. Так, что-то я тут взял. О, вот это здорово. Дитя. Так, а нам сюда, да? Со мной? Они делают мне больно. Пожалуйста, отпусти меня. Мы исцелим тебя. Я здорова. Твой дух болен. Я хотел всегда лишь одного. Элизабет, я доктор Петтифок. Я о тебе позабочусь. Убирайтесь. Пойми, наконец, Дэвид просто бросил тебя. Не надейся, милая. Он не вернется. Где этот чувак? Он придет. Да блин, что я против ничего не могу сделать, что ли? Не пойму. Бесит. Ну-ка, кучку. Итак, да? Ну ладно, будем вот так долбить. Хотя и пушкой можно. Это доктора, что ли, или кто?
по одному. Блин, я еще и кашу уж по-зверски. Блин, ничего с них не дают, обалдеть. Да, вот тебе и сложности первые начались. Патронов нет совсем. То есть, может быть, даже пулемет стоит какой-то добрать. Ну, видите, нас тут солями одаривают. Можно их солями мочить. Да, действительно, вот эти, вот этим. Будем теперь знать. Уничтожить Агнса? Наследницу? Изменив процедуру, мы могли бы... Будет похоже на несчастный случай. И безопасно. Ворон, что ли, блин? Держать позицию! Да блин, ну вы шутите. Да иди ты уже, блин. Да, блин, ничего путного не дает, в принципе-то. Брось оружие! Продолжайте стрелять! Эй, я же замочил. Или это другая какая-то? Где, я не пойму. А, вон он. Да! И вот тут еще один. Продолжайте стрелять! Найдите еще. Да где я найду? Да вот это что? Да! Ай! Не дотягиваюсь. Ну ладно. Хотя этих с пистолетом можно, наверное. С ручной пушки. Блин, вообще не то что-то дают нам. Вообще. Даже не перезаряжает. И что Господь получил в обмен на свои дары? Еву и ее яблоко, Содом и Гоморру. Род людской наделал столько долгов, что смыть их мог только потоп. Какие серебряные орлы-то? Магазинчик-то где? Если не нужно. Дитя готов. Пора. Даже если мы ее исцелим, то вряд ли она будет слушаться. Моя дочь страдает от двух недугов, доктор. От одного ваша наука ее избавит. Второй – болезнь духовная. И какая же? Надежда. А, сюда нам нельзя, да? Хорошо, идем дальше. Да, вот так вот бывает, да? Денег дофига. Ну, у меня оружие просто такие, которые, видимо... Они мощные, но патрон мало. А другие, может быть, не очень мощные, но зато патрон много. Но они будут быстро расходоваться все равно. Операция назначена на завтра. Поешь? Ага. Все ждешь, что сюда ворвется Дэвид и спасет тебя? Уже полгода прошло. Полгода? Да, походу мы... это был не июль, сейчас зима, я так понимаю. Ладно, я не знаю, как с ним бороться, вдруг. Может быть, как-то мимо пройти удастся, как вы думаете? Я тебе говорю, вот это интересно, можно ли как-то мимо пройти? Давайте попробуем. Мне кажется, да, можно мимо пройти. Хотя хрен его знает. Только куда, кстати говоря? Туда, да? Сейчас... Сейчас побежим тогда. Но у него там какие-то шмотки, я видел. Ну ладно, пофиг, в принципе. Немного дорог тут всяких, путей. Один человек обещал мне освободить меня от моих цепей, но потом бросил меня ради своей собственной выгоды. Хотя, в чем-то я ему даже благодарна. Он показал мне цену веры. Господь! Как и я поверил в людей и разочаровался. Ясно. Ну тут можно я идти просто и слушать. Я бежала от него, отрицала, что я его дочь.
за человеком, центр безопасности. Который воплотил в себе все то, чего не было в моем отце. Но против хакеров. Лыжный пастырь. Лыжный пастырь. Да.